Совенок, совенок, хоп-хоп, танцует и прыгает вверх. Он крыльями машет, хоп-хоп, и прячется лучше всех. Совенок хоп-хоп. Утро. Совенок хоп-хоп еще спит. Это комар жужжит. Он мешает хоп-хопу спать. Ой! Не бойся, хоп-хоп. Тук-тук пришел. Он прогнал комара, который хотел тебя укусить. Комариные укусы – это очень неприятно. Комар! Хоп-хоп незаметно крадется к комару. Бабах! Улетел. Птички пытаются догнать комара. Смотрите, он вылетел в окно. Комар куда-то улетел. Ой, осторожнее, совенок! Что это? Это твоя новая игрушка? Тук-тук, это не настоящий комар. Остановись. Это просто рисунок на игрушке. Тук-тук гоняется за шайбой с комаром. Вот это да! Горка! А на ней шайбы с другими насекомыми. Муравей, бабочка, божья коровка. Давай поиграем. Прыг! Шайба с муравьем катится вниз. А теперь бабочка и божья коровка. А это настоящая божья коровка. Стой, тук-тук, она хорошая. Хоп-хоп, что ты придумал? Игрушечная божья коровка катится с горки. Поиграем еще. Бабочка! Божья коровка! Комар! Муравей! Смотрите, птички, опять комар прилетел. Ловите его.
совенок, совенок, хоп-хоп. Танцует и прыгает вверх. Он крыльями машет, хоп-хоп. И прячется лучше всех. Совенок, хоп-хоп. Привет, дятел Тук-Тук. Тук-Тук играет в пожарного. Он торопится на вызов. Ему нужно тушить пожар. На помощь! На помощь! Привет! Привет! Пожарный Тук-Тук приехал на вызов. Ура! Птички потушили пожар. Какая интересная пожарная машина. Здесь колесо, а фар нет. Отсек для инструментов. А шланг где? Ха! К этой пожарной машине можно присоединять магнитные детали. Сейчас хоп-хоп их поищет. Кажется, он что-то нашел. И еще. Шланг! Хоп-хоп ставит шланг на место. А это лестница от пожарной машины. Муравьи, это не ваша лестница. Тук-тук напугал муравьев, и они убежали. Это же фары! Фары на месте. Лестница тоже. И зеркала. Пожарная машина готова. Где пожар? Пожар! Пожар! Тук-тук, вызывай пожарную машину. Пожарный Тук-тук берет шланг и тушит пожар. Тушил. Молодец. А куда побежал хоп-хоп? Хоп-хоп тоже решил стать пожарным. Он будет тушить пожар на горке. Тушил. Хоп-хоп, давай прикрепим твой проблесковый маячок к пожарной машине. А куда это муравьи несут третий язычок пламени? В муравейник? Муравейник тоже горит. Птички пожарные едут на вызов.
Пожар потушен! Молодцы, птички!